Здесь ролится страшно все. Так, детка будет синеть. На кого идем? Сейчас трэш тут почистим, потом дорогу почистим. Там как раз небольшой перекур, и по идее девка уже подтянется. Крии там, например, когда вешается на тебя дебаф или что-нибудь такая хрень. А то меня задолбало в бубен стучить все время и понять, что это за хрень. Так, Black Killer и ягодный торт. Спуститесь ниже каналом, остаемся с вами около меня. Все остальные дальше трое чистить. Thank you.
Народ, раз покажет. Заниматься надо было своими делами до рейда. А если вы привязались и просто идете за всеми, это не знает, что вы. АФК меня предупредил только Кир. Соответственно, Торт и Блэк Киллер АФКшили со мной, я типа рассказывал. Другие будут АФКшить, получат ВП.
баны снимите, что вы делаете? Перерыв. Да я думаю, мы с роботами так справимся. Ну, мне надо будет ТПС на тот глобалю перекинуть ТД. Давайте покурим после трэша 5 минут и будем курить робота. А то я решил все 5 брюлей в танк аспект тыхнуть. Похвастался. Присуманьте сразу это секундное дело. Ой, ты еще не афкашишь, голос есть. Да. Спасибо, Суман пришел, сейчас приму. Спустись ниже канала блокиллером, подскажи ему по роботу. Сколько закидываем? 150, 200? 200. Он что будет танчить, сферы? Нет, он будет с вами на боссе. У него там кожевка есть, у него больше резист в любом случае, чем у меня. Тут блокиллер плюс один. Вот, короче, на роботе не работает таунт, как на леди, и он постоянно кастует каждые 6 секунд тяжкий удар. Вот этот тяжкий удар 80 тысяч урона наносит первый раз и стакается на танке, стаки, висят стаки минуту, до 10 стаков стакается. Один стак на 25% увеличивает дамаг. 25 увеличивает дамаг следующего тяжкого удара. То ли следующего удара, то ли, блять, всей магии, уж не помню. Ну и вот такая хуйня. Смысл в том, что 4 танка должны меняться на боссе по агро. Вот. Мы бегаем и постоянно бьем босса, набираем агро. И, допустим, твоя задача просто бить, набирать агро. Потом, когда следующему танку нужно будет забрать себя, например, там Кавату, то по тебе дадут либо этот самый сальву паладиновскую, которая агро скидывает, либо напулят на того танка, он там так заберет. Вот, но ситуации разные бывают. Как нужно действовать в плане прожимок? Первый стак там точно не убивает. Сколько у тебя, ну-ка? Ярости недостаточно. Вот. Значит, одевай пистон. Пистон есть у тебя? Или у тебя кожевка только? Пистона нет. Сопротивление надо этой тайной магии. Тайная магия есть у тебя? Получается,
значит, первый стак он ударил там. Тынка, ну, химка это 95, сопрот будет. Так, давай посмотрим таланты. Адаптации нету. Вот это вот хуёво, короче. Там, короче, еще шанс, конечно. Тебе бы вкачать вот эту адаптацию, смотри. Ну и, блядь, я не знаю, как это во фресте. Адаптация там по 50 резиста до 3 стаков. Это получается 150 резиста будет. Ну а так во фросте что прожимки? Вообще хуйня. Ну допустим, первый стак накинула. Блять. Был у тебя 82. Когда второй стак кастует. А, ну это понятно. Ну, когда второй стак кастует, короче, нажимай клик. И он получается в конце перед вторым стаком. И он у тебя захватит первый и третий стак. Клик. Вот, потом даешь прожимки. Ну, потом у тебя только незыбка остается. А она у тебя как раз. Она у тебя 18 секунд должна быть. Да, вот коварство кровожада. Незыблемость 18 секунд. Ну смотри, перед незыбкой, вот он у тебя накастовал 3 стака на тебя. И кастует 4. Под конец каста отдаешь антимагический панцирь. Он у тебя поглотит нормально. Вот, и потом, когда он начинает 5 кастовать, отдаешь незыбку. Под конец каста. И получается, возможно, что он захватит у тебя... этот самый, получается, 5-й, 6-й, возможно, 7-й, но на этом уже моменте, там, на 4-5 стаках мы уже стараемся забирать, вот, но ты прожимки так отдавай, потому что вот будешь ты, потанчишь, потом с тебя заберут и 3 танка придет, у тебя прожимки должны откатываться, ну, понял, да, в плане прожимок как, типа, самую сильную оставляешь, там, на 5-й, 6-й стак. Клык, вторая, третья. Первая без прожимка. Клык, вторая, третья хуйня. Третья, четвертая этот антимагический панцирь. И все, и дальше не заберемся. А там дальше уже, если не забирают, то пиздец будет. Вообще фрост ветка хуевенькая в плане того, что... Ну не зыбка, заебись. Не зыбка тут заебись. Да в АДК и там, блядь, еще хуевее, блядь. И, видишь, у тебя ж Т5 4 куска, да, было? Я там, я играл во фросте. Там с фроста лужа. Лужу, короче, знаешь, вот он на подзарядку будет бегать к стене, стоять там по минуте. Там кидай под босса, чтобы это... Ну, в первую очередь под босса налеет похуй, там захилит. Чтобы минус 4% вот эта хуйня была на танках. А так, если попадется в рейд, кидай там, пока другие танки танчат. Там преимущество БДК в том, что у него воля мертвых есть. Знаете, такая хуйня, которая от любого тяжкого удара будет снижать дамаг на 15%. Блять, ты давай попробуй в этом, в который ты это самое. Ты пока что во фросте попробуй, вот так, как я говорил. А потом, есть, ну хуй знает, если сложит, хуй знает, можно попробовать будет в Бладе. В АДК я хуй его знает. Тоже можно, но у тебя резиста столько нет, у тебя пистона нет. Ну давай посчитаем твой резист. 95 плюс 75, это что у нас, 170. Аур никаких нету. Кожевка 105, это 285. Но хуйня в том, что нужно здесь перевалить цифру 365. Потому что вот график сопротивления есть в канале инфо. Вот здесь. Получается, по графику, если 365 переваливаешь, то у тебя всегда срезка будет 40% дамага. И шанс на срезку 50% дамага. А у тебя получается... 208, ну, у тебя будет срезка 30% и маленький шанс, ну шанс будет там 50 на 50 примерно,
будет, что 40% срежет. То есть, ну, намного больше будешь дамага получать. Вот этот как раз пистон, он тут будет лучше. Ну, не то, что лучше, он тут обязательный. Ну, будем надеяться, под прожимками проживешь, узнал. А он падал, блядь, в те времена, когда похуй было. Думали, хуйня, триня. Каст таргетный, но он кастует в тебя, но вокруг тебя 6 метров. 6 метров. Это вот, ну, такой кружок прям приличный такой. Происходит взрыв. То есть, если, допустим, вот сова стоит. Если я стою вот тут, и в меня кастует, ее ваншотнет нахуй. Вот, поэтому, милики, ну там увидишь, танки с одной стороны стоят. А этот самый милики с другой. И танк, который набивает агро, там следующий там сбоку где-то встает, чтобы забрать, чтобы миликов не шотнуло. Если он видит, что он забрал, после него повернулся, он быстро перебегает в то место, где стоял тот танк, а тот танк уходит. Ладно, пошли туда, попробуем. Ну, все на месте. Короче, смотри. Открываю статистику и ПГП и наблюдаю то, что общее соотношение ЕП к ГП процент очень маленький. Поэтому в этом рейде будут производиться сборы ГП, чтобы повысить статистику в гильдии. Че ты за развлекуху придумал? Сборы ГП сейчас будем производить. Ну, у нас и так все как бы с ГП будет нормально. Первый полубесенный тоже бес. А что вот между ними будет, это вот уже под большим вопросом. Да, ГП на благотворительность. Кто хочет скинуться заранее? А, ты имеешь в виду, ты с меня снимешь ГП, да? Ты Нет. Короче, есть одно предложение. Сразу берете 500 ГП. И потом за косяки ГП не будет. Кто согласен, плюс что? Какой-то сомнительный развод. Ну да ладно. Видишь, никто не согласен. Все, перекур, да? Можно отойти. А перекур только закончился, мы ждем бабла. Еще раз, всем по 200 усилков в стамину. Кто турен, достаточно 150. Войд, разобрались с Блэком? Чё-то как? Сейчас посмотрим, как будет пробивать. Там, блядь, пистоны. Ну да, вижу, но в целом вроде не так все и плохо. Какие танки сейчас будут на босс? Первая группа — это танки, которые на боссе. Войд, если нет пистона, то, как говорил серый червь, пока есть пальцы и язык, то ты все еще мужик. Вот эти шуточки, смотрю, за 300 поперли. Ну да. Коват, давай с тебя кулаки там по рейду. Разарим, по 5 окаски раздам. Еще раз на АФК чек. Ну я тут сейчас я бафы настраиваю. Хилы у нас 5-я группа плюс мосса. Значит, говорю сразу же, все ДДшки, кто пользуется скадой, открываете вкладку угрозы и следите за ней. При каунте, скорее всего, подобная хрень тоже есть. Кто будет не стопать дамаг, когда я говорю, это будет сразу же ГП. Mm-hmm.
Неликс с первой пати для подхилла? Да. Да. Окей. Короче, не хватает ему, знаешь, 50 сапрота. А сколько надо вы? 365 надо перевалить. Сейчас же, когда прем приходит, приходит это типа оповещение, да, в игре? Ну, всплывает там картинка какая-то. Да. Все равно там будет, короче, получать маленький шанс, что 30% срежет ему. И тогда ловлю. 40 срезать нормально. У кого за 365, там всегда 40 и маленький шанс, что 50%. Значит, достаем все сапроты из банка. Надеюсь, в силки уже все перекинули. Значит, первая панка, фу, блядь, первая пати, это танки, которые чередуются на бой. Энджи у нас центральную сферу хлопает, и левую, я справа. Делаем как в прошлый раз, вначале центрально, потом, соответственно, моя и левая. Только когда вы смотрите, напомню еще раз, вторую сферу, когда хлопаете. Ягодный торт, у нас нету замены твоему хилу. У тебя здесь простая задача, ты просто стоишь в РДД кемпе и хилишь. А кто там сидит? На Полине. Другой человек. Понимаю. А чё без наручей говоришь? Что там, у Полины высокий приор? Сейчас мы ее опустим. Поскольку там не Полина сидит, у него есть время попривыкнуть к боссам этим двум. Да, сразу ГП начисляться не будет, это нелогично. ГП за Полинин счет, все нормально. Кават, лучше развлекайся. Лучше перевалить эту цифру. Тогда вообще имба будет. У тебя будет 50 на 50, 60 и 50% срезка. А, нет. 40 и 50. 50 на 50 будет. Крик на хп не забывай, ой, давайте, арчи уже на баф и на пул. Айзек, Даркис, Бабл, чего не хватает. Баф обновите по рейду. На пулы вы чередуете только по анонсу. Ой, ты же там с напулами анонсишь. Так, короче говоря, последние 2 минуты перекура и уже будем пулить. Через 2 минуты все не будут на месте, будут начислять ГП. Так, пока еще все не ушли. Напомню, по новой тактике бьем или по старой? А, да, Кават, через центр начинаем хлопать. И еще одно уточнение. Для минимальных перебежек после центральной становимся на то же место, чтобы он побежал к правой, чтобы нам не бежать через ползала. Или... Ну как мы делали? Начнем типа хлопать центрально, он потом метнется в центр. Я спрашиваю... На старое место. Я спрашиваю за то видео, которое Фарада скидывал, чтобы минимально было перебежек. Ну смотри, чтобы минимально перебежек было, вот... Сейчас я, блядь, метчу. Сейчас надо начинать, я понял, либо слева, либо справа, чтобы по часовой или против часовой идти для минимальных перебежек. Вот я за это и уточняю. Будем так делать или... Да, систа, вага.
Меньше бегаем, меньше шансов, что вот это сдохнет. Ну ты там пока не это, ничего не, не объясняй, не могли отойти. Мага, дай промоута. А мага сам отошел. Там получается, вот да, допустим, вот это вот как правая. Между собой. Ну я-то понимаю, как. Я спрашиваю, как делает. Ну круче, конечно, меньше бегать, блядь. Для этого тогда надо объяснить танкам, в каком очередности взрывать сферы, что они будут меняться. Очередность взрывов. Там получается между перезарядками. Между перезарядками происходит вызов два раза в сфер. Три раза, да. Три сфер по два раза. Сейчас. Короче, будем так делать или нет? Ну, мне кажется, покруче, меньше бегать. Перебежки эти хуёвить для хилов, для всех. На АФК, на баф, на пулчек. Соответственно, надо будет объяснить танкам, чтобы они держали лицом к той перезарядке, которой мы будем передвигаться. Если они будут бежать, повернут его в сторону противоположной, соответственно, танкам придется делать сильно большую амплитуду, чтобы поставить босс. Чек на пул. Бабл, мы народ, чего не хватает. Кто хлопает сферы из танков? Энджи и я, все как было. Смотри, между кружком и ромбиком будем, да? Первый раз, учитывая, что он должен пойти на первый раз в кружок заряжаться. Не, первый раз он должен в ромбик пойти. Следовательно, ну да. Ну и минимальный перебежек, это значит с ромбика начинать. Значит, к ромбику ближе его подходить. Понятно. А кто из танков в ромбике, кто в кружке будет? Энджи, ромбик и звезда, соответственно, ромб. Первый, значит, сферу хлопну я, Энджи, ты второй. Ладно, ну ты после взрыва тогда массаку отдашь. Под следующий взрыв отдам я. Нет, слушай, на первый взрыв не надо ничего, а вот на второй взрыв я отдаю сакру как раз. Еще раз чек на пул. Ну то есть смотри, будет, когда будет перезарядка, например, перезарядка в ромбике, держим мордой к печеньке, перезарядка в печеньке, держим мордой в звезду. Когда перезарядка на звезде, держим мордой ко входу и бежим на вторую. Соответственно, все милики с противоположной стороны стоят. Энджи, если ты это первый хлопнешь, а босс побежит в ромб вначале, ты чревато немного. Позицию встаем все к боссу.
Подлежите уничтожению. На сферу не бежите? А это значит, что уже рандомно сделали. Сакрупин, народ, блять. Падаем. Что, я поздравляю, пул без нихуя закончился. Уничтожение успешно завершено. Чужеродная форма жизни деактивирована. Если держусь в центре, тогда центральная будет успевать доходить до того, как спадут стайки. В чем проблема держать там же, ну, у входа, и все. Ну и похуй то, что он побежит на дальнюю. Что, ДПСа мало или что? Теперь уже вообще проблемы нет. Танка не прохилишь. Почему? Быстрее встаем. Раньше же как-то прохиливалось. Теперь точно можно, блять, там где он сейчас стоит. Мы летели через всю комнату.